Сегодня я решила озвучить это видео и показать вам, как я работала над летней схемой, вдохновением для которой послужили винтажные обои. Для начала я делаю эскиз на бумаге простым карандашом и подбираю ткань. Это плотный лен светло-бежевого оттенка. Изображение я перевожу с помощью копировальной бумаги. При работе с круглыми пяльцами важна не только сила натяжения ткани, но и ровная натяжка. Для этого долевые поперечные нити ткани должны быть под углом 90 градусов друг к другу. Начинать вышивку можно по элементам. Например, сначала вышить листья. Также важна игла, которую вы вышиваете. Она должна подходить к плотности ткани и количество сложений нити, в которую вы вышиваете. Для плотного льна, как правило, я использую штопольные иглы с большим ушком. Схема простая, подойдет для начинающих, а также для тех, кто проводит время летом вне дома, так как не требует большого количества материалов. Thank you.
Готовую работу нужно как следует отгладить с обратной стороны. Перед этим немного смочив ткань с помощью пульверизатора. Под работу желательно положить полотенце, сложенное вдвое, если у вас много объемных элементов. Здесь я не могла не обратить внимания на то, как прекрасно бы смотрелась вышивка на корсаже платья или верхней части летнего сарафана. Эту вышивку я решила оформить на холст и повесить на стену. Но также этот узор можно использовать на вышивке детской одежды, подушек или небольших аксессуаров. Процесс оформления вышивки на холст покажу совсем немного. Полностью вы можете посмотреть в моих предыдущих видео. В качестве мягкой подложки я использую фетр. Желательно фетр подобрать тон в тон к ткани, если она светлая. Для того, чтобы узор не съехал во время натяжки ткани на холст, я использую портновские булавки. Швейной ниткой, сложенной вдвое, я стягиваю верхнюю и нижнюю часть ткани. Обратите внимание, где я начинаю и заканчиваю. Обрезаю лишнюю нить, затем обрезаю углы, проклеиваю их и складываю так, как я показываю в видео. Лишнее обрезаю и проделываю то же самое с другой стороны. Обычно задник я так и оставляю в таком виде и вешаю на стену. Но если вы собираетесь дарить вышивку, можно закрыть задник кусочком фетра. С помощью двухстороннего скотча я закреплю холст на стену. Приятного творчества и до новых встреч! Если вам понравился такой формат видео, напишите мне об этом в комментариях.